Всем привет, дорогие друзья! С вами на связи Сергей Инслайдер, и вы на канале Инслайдер Мьюзик. Сегодня у нас с вами реакция на лирик-видео и песню под названием «Высота 776» от радио «Тапка». Я уверен, что большинство из вас знают, что это за высота 776 и о чем примерно будет песня. Но мы не будем с вами затягивать, так что устраивайтесь поудобнее, разворачивайте видео на полный экран, нажимайте вместе со мной кнопочку play, а мы начинаем. Погнали! Сходу мурашки. Тысячи бойцов спешно отступая с битвы за сотой, прорывались боем горною грядой. На пути Хаттаба стал псковский десант, словно кость в горле кровожадный бант. Помощь на подходе, перережьте путь, наш капкан захлопнут, им не ускользнуть. Это псковский отряд 95, те, кто не отступят, взял огонь на себя. Это гордость отцов, это память бойцов, кто коснулся небес с высоты 76. Воины джихада, предвкусив успех, снежными тропами прорывались вверх, усыпая склоны трупами бойцов, грозных ваххабитов, скошенных свинцом. Мрак окутал горы, ждет во тьме чечен, где шестая рота не сдается в плен. Долг исполнив честью, свой оставив след, только шесть гвардейцев встретили рассвет. Это псковский отряд 95, те, кто не отступят, взял огонь на себя. Это гордость, это память бойцов, кто коснулся небес с высоты 76. Дорогие друзья, вот мы с вами послушали песню радио «Тапка» под названием «Высота 776». Как я уже говорил в начале, я уверен, что большинство и знает, что это за высота и о чем именно говорится в этой песне. Очень сложно слушать такие песни, когда ты знаешь, так сказать, ситуацию извне, не изнутри, не побывав там, а именно извне, из информации, которая доступна в интернете, из телевизоров, потому что наше поколение и поколение старших людей там наблюдало, грубо говоря, все это воочию по телевизору, в интернете, в роликах.
Поэтому очень сложно слушать такие песни, как и с песней про Донбасс и с песней «Шамана встанем», где упоминались герои России. Вообще просто нету слов. На протяжении всей песни были у меня прям мурашки, и к середине где-то стоял такой ком в горле, что я ничего не мог сказать. Да, в принципе, на протяжении этой песни, в принципе, ничего не нужно было говорить. Все нужные слова были указаны в видеоряде. Очень сложно что-то говорить, как-то, так сказать, оценивать. Тут, в принципе, оценивать нечего. Радио Тапок все очень верно подметил. Пускай даже все это было коротко, уложил это все в 3 минуты, но он сделал это очень грамотно, очень емко и, так сказать, в самую цель. Описал всю ситуацию, в принципе, вот в этих строках, вот за эти короткие 3 минуты. Самое главное, дорогие друзья, что мы должны помнить. Я надеюсь, что наше поколение сейчас, которое вот подрастает, это не последние люди, которые будут помнить вот такие моменты из жизни. Потому что мы, как я уже говорил, при этом росли и это все видели. В интернете гуляет очень много роликов, связанных с этими событиями. Вы просто можете в Ютубе в поисковике вбить «высота 776», и там найдется очень много роликов, прям просто их тьма тьмущая, и вы поймете, что, зачем, почему и как. Но в данном случае я хочу сказать, что я пересмотрел большое количество роликов, связанных вот с этим событием, и что-то говорить по этому поводу нету смысла, потому что, как говорится, меня там не было. Как это происходило все на самом деле, непонятно. Версий очень много. И как, при каких обстоятельствах это все случилось, тоже непонятно. Как спаслись 6 бойцов. Слава богу, что как бы они спаслись. Дай бог им здоровья. Тоже как бы непонятно, потому что версий, говорю, очень много. Но я хочу сказать, повториться точнее еще раз, что мы не должны забывать об этом. Мы не должны забывать, что там погибли наши ребята, наши герои. В первую очередь они наши герои. Поэтому, дорогие друзья, мы должны об этом помнить. Ну а кто не подписан на канал Радио Тапок, обязательно подпишитесь, ссылки в описании. Так что залетайте, подписывайтесь, вы найдете там очень много интересных видео, очень много интересного контента. Если вам понравилось данное видео, то я вас прошу, обязательно поставьте лайк, подпишитесь на канал, поставьте колокольчик и оставьте свой комментарий. Также в описании под этим видео будут ссылки, где можно найти данное видео на других платформах, если вдруг YouTube закроют. Так что, дорогие друзья, у меня там все. С вами был Сергей Инслайдер. До новых встреч. Пока-пока. Всех обнял. Фью.